Добрый вечер. Как вы поживаете? Все у вас хорошо? В общем, решила поесть мелочек, ну и потом немножко с пастой, может быть, тоже покушаем, я думаю. У меня здесь феникс впереди и шедевр, кусочек взяла. Вот, ну что, начнем. Шедевра. Продолжим. Просто время Азана было, я выключила. Так, шедевр наш. Еще один кусочек шедевра есть. Холода пьем. Вкусно. Так, пчелы. Мираба. Буна ада феникс. Буна ада шедевр. My dear, hi. Феникс, шедевр. Такой напудренный вообще. Вот слой пудры там, вы знаете. Не один. Супер. Угу. Абсолютно разные.
мелочки. Вкусно. Вот такие чучхелы сегодня тоже домой взяла, так можно поставить, да?
Вкусно. Мел я глотаю всегда. Из глин. Фисташку могу глотать. Но не полностью, но могу. Не с глиной, с мелом. Также Туркестан светлый, Туркестан белый. Желтая украинская. Глотаю. Всегда. Чистка частично. Глину с глиной. Частично. Было очень вкусно. Наелась. Когда наешься, это хорошо становится. Но у меня бывает еще ночью, когда я спать ложусь, 12 ночи, я так хочу глину. Вот прям вообще у меня Туркестан светлый тянет прям. Но я воздерживаюсь, конечно. Я не кушаю 12 часов ночи. Вот. Teşekkür ederim takipçilerim. Ben diyorum ki gece saat 12'de de bazen çok istiyorum ben kil yemeye. Ama yemiyorum tabii ki. Ama bazen uyamıyorum. Bir ufacık olsa da yiysem diyorum yani. Ama çok şey zor durumda kalsam yiyorum tabii ki. Thank you my dear. Teşekkür ederim hepinize. Seviyorum, öpüyorum. Bekliyorum. Спасибо вам, девочки, большое за просмотры все. Сегодня вот ходила по магазинам. Ну, после еды уже, наверное, можно, да, немножко поговорить. А то все возмущаются, что я много разговариваю. Вот. И купила сладости домой. Ну, как домой? Не совсем домой. Ну, еду в гости. Сначала поеду, конечно, к своей маме, скажу вам. Потом поеду к себе. В марте поеду в Новосибирск, дай бог. Вот. Если дороги не закроются, ну, не должны закрыться, потому что мне обязательно надо там быть. Вот, тоже есть дела. Вот, и купила сегодня сладости. Ну, вот это вот взяла, поставила сюда, конечно, для... Я вообще, как бы, торт могу немножко поесть, чистый шоколад могу поесть. Больше сладкое я не ем. А, еще вот эти вот безышки могу поесть, да. Ну, выборочно. Это все купила там. Ну, там родственников у нас тоже достаточно. Надо ко всем ходить. Там, как у нас полагается, да, приехала из Турции, надо что-то привезти. И вот потихонечку набираю. Сладости сегодня взяла, там подарочки взяла. В общем, вот так чемодан еще купила. Плюс включительно 5 килограмм. А, потому что этого веса мне мало будет. Вот. К билету, оказывается, можно купить еще 5 килограмм. Ну, то есть, хоть сколько. Ну, я купила 5 килограмм. И у меня, в общем, получится 33 килограмма. Вот 33 килограмма. Чего-нибудь надо набирать. И то уже набрала. Не помещается. Наверное, килограмм 8 отправлю через каргу. Вот. Помимо этого, еще 33 килограмм возьму. Ну, в общем, как-то так. Ну, все, дорогие мои. Спасибо вам. Люблю, ценю, уважаю. До свидания.